Привет! Вы на канале Бухты Балахты. Соскучились по мне? Я вам соскучилась. Знаете, что за праздник сегодня? День Святого Валентина! В этот день дарят друг другу подарки, цветы, воздушные шарики, маленькие открытки Валентинке. И сегодня я решила сделать своими руками Валентинку для вас. Мои любимые. Но оно будет непростое, а самое большое в мире. И в конце ролика мы его заглавим. И мне поможет сегодня Аня. Привет, Злата. Привет. Обнимайте. Полегче. И вправду, сегодня мы будем собирать самую большую Валентинку, да? Да. Давайте уже начнем. Для этого нам нужно лист красной бумаги, еще один, фломастеры, ножницы и два обычных листка. Давай же начнем! Сначала нужно склеить листы. Для этого нужен клей. Главное правило – клей должен быть на бумаге, а не во рту и волосах. Ну и небольшой лайфхак. Сейчас я покажу, как склеить вот эти два больших листа при помощи белой бумаги. Да, поехали. Смотри, вначале выбираем самую несимпатичную сторону бумаги и намазываем ее клеем. Я намажу. Давай, а ты свою мажь. Только за контур не выходи. Какой за контур? Клей аккуратно. Давай на счет три вот так сделай. Раз. Два. Три! Если бумага плохо пристает, тогда нужно еще использовать клея. Главное, чтобы бумага лежала ровно. Ну вот вроде и все. Оказывается, делать самую большую Валентинку не так уж и просто. Ну ради вас, я точно справлюсь. Мои любимые подписчики. Но настоящая Валентинка должна быть в форме сердца. Поэтому давайте нарисуем на нашей заготовке большое-большое сердце. И вырежем его ножницами. Рисуем контур? Ну да, но сначала нарисуем его карандашом. Я нарисую одну половинку, а ты вторую, давай? Ладно, давай. Вот какое большое сердечко. Классно? Ну или так. Аккуратно по контуру. Оп, мы встретились. Привет. Ух ты. Ну теперь можно вырезать. Дай по очереди. Давай. 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 Нужно аккуратненько по контуру вырезать. Знаешь, иногда лучше начать с другой стороны. Помогу. Давай. Из них мы сделаем маленькие валентинки. Все правильно. Я постараюсь быстрее, хорошо? Да. Как у тебя это получается? Знаешь, годы тренировок вырезания сердечек. А можно я тебе помогу? Ну, конечно. А можно я потом маленьким перерезаю? Ну, конечно. Машина! Я уйду, я уйду, я уйду. Ну вот, я и закончила. А дай посмотрим, что с той стороны. Ух ты! Здорово, да? Да. Самая большая Валентинка в мире почти готова. Смотрите, какая Валентинка. Осталось только красиво написать на ней. Это самая-самая большая Валентинка в мире. Для моих любимых подписчиков. От чести этого праздника я отправлю вам по одной маленькой Валентинке 5 подписчикам. Ты арестован. Арестован. До того комментария в этот видео оставят самое оригинальное признание любви. К чему угодно или к кому угодно.
желательно, конечно, мне. Или мне. А с вами была Аня. И Злата. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И подписывайтесь на инстаграм Ани. Она крутая телеведущая. Спасибо. Дайте жвачку. Аня, пока! Пока. Самым активным подписчикам подарю вам самое большое сердце. И вам пока, мои друзья. Скоро увидимся.